Да. Это жесть. Всем привет, дорогие друзья! С вами влог, и в этом влоге я вам покажу свой самый маленький ноутбук. Да, это ноутбук, вы не ошиблись, вот он. И если вам не сложно, то по ссылочке в описании будет офигенная цена на Galaxy S9. Проверьте ее, пожалуйста, вам не сложно, мне приятно. Так что давай кликай и возвращайся обратно смотреть влог. Ладно, покажу вам сегодня вот этого красавчика. Поехали! Ну а каждому из вас я хочу сказать спасибо за то, что ставите оценки и пишите комментарии вот там снизу. Спасибо, ребят, вы лучшие. Вау. Каждое утро начинается с чего-то. Вчера классно поиграла Франция, прям вообще ништяк. Мы заценили. Ну? Футболист. Вот так уже привык, что каждое утро начинается прям с активных игр, потому что у парня с утра слишком много энергии. Каждый день с Тёмкой что-то новое строим. Сейчас мы построили дом для медведя. Сейчас, если посмотреть, то у нас там есть медведь и даже с котелком он там кушает. Конечно, лего это вообще прям мега супер. Жду не дождусь, когда уже на большой лего перейдем. Блин, ну с этим тоже прикольно. Особенно купили набор зоопарк, по-моему, назывался. Он очень здоровенный, там всевозможных животных много. Ну, то есть это тоже лего. О, мы даже от него картинку сохранили, потому что он прикольно выглядит. Здоровенный набор прям. Каждый день играем. С утра до вечера практически в лего. Пока не надоело ему. То есть все сюда может пройти быстренько. Кто ползет? А где медведь? Где медведь? Чего еще может быть лучше? Ничего. Мне так всегда нравится, как выражение лица меняется. На камеру такая вот лежишь, одно какое-то выражение лица, да? Поднимаюсь уже это. Другое. Интересно, да? Всего лишь только раз. Вообще по-другому выглядишь. И два. О, решили по стариночке послушать The Calling, Wherever You Will Go. Хорошая песенка. Так, из того, что вчера привезли, обещал показать, значит, еще один Stream Deck. Это мне, можно сказать, на студию, конечно, на второй рабочий стол. А это плата захвата. Ну, в ней есть HDMI in и HDMI out. Она спешл для консолей идет. Таких как Xbox One X и PlayStation Pro. То есть она у нас записывает 4К до 60... А, Тёмка, подожди, до 60 кадров в секунду. В принципе, на компе такая штука может быть не нужна, но с консоли, чтобы получить профессиональное изображение, она супер. О, Тёмка даже не представляет, сколько такая штука стоит. Вы сами, если интересно, найдите в интернете. Она очень дорогая. Она стоит как примерно 3 вот таких вот подставочки с мониторчиками. Да, колонка. Именно такая походная, очень красивая упаковка, прям упаковка выше всяких похвал. Я уже открывал ее, послушал, прям с утра, не очень впечатлился, потому что при своих таких размерах, я думал, что там будет довольно-таки что-то объемное, вот уже все, на лего наступаешь постоянно, нифига, то есть объема вообще никакого нету. Может, я что-то не понял, надо будет еще тестировать. Так, а это увлажнитель, он же кондиционер, прикиньте. Ладно, это я потом тоже посмотрю. Ну, прикольно выглядит. Он типа с подсветкой. Ну, понятно, это дело неважное. Футболист. У нас истинная семья видеоблогеров. Сейчас папа сидит с ребенком, пока мама в другой комнате снимает видео. Ну, а потом все происходит ровно наоборот. Мама сидит с ребенком, пока папа снимает свои видео. А я сегодня просто снимаю влог. Вот единственная книжка, на которой можно долго позависать.
Это вот такие, блин, здесь столько всяких историй, здесь столько всего можно пообсуждать, очень прикольно. Это ночная книга называется, что здесь в городе стемнело. В каждой книге одинаковые локации, но разные происшествия происходят. Очень, конечно, круто, можно все пообсуждать, посмотреть. Нам с Тёмкой нравится. Чё только для игр не придумаешь. Да. Чувак, оставь телефон. Я тебе лучше сантиметр. Да. Это жесть. Подскажите, что делать? Кстати, прикиньте, нас ночью покусали какие-то комары, что ли. Уже недель две кусают, прям пипец. Знаете, я чем только что занимался? Я наконец-то записал видео про Zenfone Max Pro M1. Наконец-то. У меня до этого дошли руки, ноги и вообще голова. Давайте я вам покажу, как выглядит у меня типа студия, ну, как комната, когда она превращается в студию, когда я записываю видео. Я вот использую такой белый стол IKEA, столешницу здоровенную. Тоже складной стол IKEA. Я его сейчас уберу. Сюда я вешаю на небольшой стоечке микрофон Zoom H5. Записываю сюда отдельно звук. Потом просто сложу его в программе. Здесь у меня по-разному бывает, либо Panasonic ставлю, либо сейчас Sonic стоит. Соответственно, экран у нее не поднимается, поэтому я вывожу по HDMI вот сюда вот изображение. Все это получается таким образом. Сейчас включится и покажется, куда именно нацелено. Ну и, соответственно, в реальном времени можно видеть, что там происходит. Вот видите? Вот, так что можно мониторить, что она вообще снимает. И автофокус у нее хороший. Здесь вторая камера, с которой идет запись, к примеру, телефона. Ну, по-разному. Я то записываю, знаете, то на Panasonic, то на Sony. Вот я их постоянно меняю. Как бы как душа ляжет. И все, и знаете, у меня здесь типа заставочки идут. Только я не знаю, почему они одинаковые стали. Я вообще два разных видео включал. Вот, ну, типа для задника. Нормально выходит. Следующим шагом я беру все карты памяти из всех устройств. А их получается сейчас 3 должно быть. То есть из одного фотоаппарата, здесь из микрофончика и из другого фотоаппарата. И переношу все это в одну папку на рабочий стол. Потом уже из нее монтирую. У меня тут уже есть отснятый материал, то есть вот папка Zen, я ее давно создал. И здесь я закидываю, ну, видеоматериалы, которые я уже отснял. К примеру, это вот было на даче. Здесь как раз можно при монтаже что-то использовать. Хороший мониторчик стоил в свое время, по-моему, за $100. Я его покупал из Америки. Можно найти дешевле намного, но здесь он типа поддерживает до, по-моему, 4К. Вообще он, конечно, Full HD. Или не Full HD, или вообще 720. Но работает он хорошо. Можно его использовать, например, там, не знаю, для PlayStation. Выводить любую информацию. Можешь хоть к компьютеру подключить, то здесь HDMI. Работает от аккумулятора, либо от сети. Ну, вот у меня один аккумулятор. Хорошая тема. Ну, мониторчик, он чисто так посмотреть, он ничего не пишет. Это не рекордер, как там всякие Atomos есть и так далее. Не, это просто монитор, самый обычный. Я уже даже картинку к этому видео придумал. Этот обзор буду делать именно с расчетом на то, чтобы это не смотрели, ну, существующие подписчики, потому что я думаю, что мало кому это будет интересно. А, как всегда, для интернета, потому что в интернете это будет всегда в почете, то есть по поиску искаться. Вот смотрите, вот последнее мое видео, даже вот за последние 28 дней, что популярно. Например, там Vivo V9 смотрит, iPhone 6s, когда снял, хрен знает когда. 1,5 миллиона просмотров. То есть до сих пор он, смотрите, в месяц $20 приносит. Там мой новый монитор Asus. Он уже 170 тысяч просмотров. То есть такие вот штуки постоянно смотрятся. Там даже вот, ну, видео проколы вообще молчу. Всякие сравнения. Вон, смотрите, S7 Edge год спустя. 440 тысяч просмотров. S7 Edge сейчас популярно. 1 миллион просмотров. То есть до сих пор смотрится. И он в день, смотри, сейчас, если посмотреть. Ну, то есть вот в реальном времени его там по просмотру по 2 делают. Вон за 48 часов 880 просмотров. И так по чуть-чуть они набирают, он до миллиона дошел. Трансцент, стол мечты, вон. PlayStation 4, обзор когда был записан, смотрите, 1 100 000 просмотров. Круто. Так что на YouTube, ну,
тоже иногда ты задумываешься, что делать. Можно работать на существующего зрителя, а можно работать как бы на поиск. То есть у меня куча видео, это только вот самые популярные, которые в этом месяце там сколько-то набрали. Понятное дело, что все остальные смотрятся тоже, но не в таком количестве. Они приносят доход. То есть все обзоры, вот там про PlayStation 4, когда я его заснял, 3 года назад, наверное, в январе, вот, пожалуйста, там 1 100 000 просмотров. Круто, а вы говорите, просмотров нету. Они все есть, только не на последних роликах, а там на старых. У меня тут обзор этого вертолета. Сейчас покажу вам вообще крышесносную тему. Вот, смотрите, обзор этого iCopter Helicopter. Мы когда-то покупали его Олькиному братику в подарок. 1 000 000 просмотров набрал, притом за последние практически там полгода. Я не знаю, кто его смотрит, зачем его смотрят, но вот, короче, видео старое, вот такая вот у него обложка, его 1 000 000 просмотров посмотрели, охренеть. Ну это круто, когда у тебя есть много видео, они как бы на тебя работают. Класс, класс, да. Ладно, сейчас буду монтировать и, наверное, сегодня же его и выложу. Я тут себе из удобного что еще придумал. Так как у меня нету в компьютере карт-ридера, вот здесь вот, я его сделал выносным, он у меня вот здесь вот лежит, который 3.0. То есть я сюда просто вставляю карт памяти и, соответственно, прям на компьютер все это дело переношу. Вот тут и требуется скоростная карт памяти, потому что, ну, здесь только с одной флешки файла на 18 гигов были, но требуется какое-то время подождать. Пока буду ждать, пойду себе кофейку заварю. О. Кстати, сейчас проходил. У нас нововведение. Это Оле подарили карту, которую нужно стирать. Ты, соответственно, там, где ты был, и просто стираешь. Соответственно, можно будет понять, в каких странах мы были в свое время. И еще будем. Эх, пошикую. Разогрею себе сосиски в микроволновке. Чем видеоблогеры питаются? Техно. Сосисками. Так, блин, кофейку надо сварить себе. Вообще, на самом деле, это такая, блин, ностальгия, когда этим не занимаешься, именно видеоблогерством. Это круто, потому что создание ролика, монтаж, выкладка его и так далее. И, ну, блин, прикольно, конечно, когда ты делаешь один. Я бы не против снять уже какую-то студию и так далее. Но это довольно-таки, во-первых, дорого. Ну, прямо вот если в Москве какой-нибудь офис, себе команду нанять. Пока еще нет, пока еще не готов. Пока еще. Но хочу, конечно. А ну-ка, в прозрачную чашечку найдем. Сделай-ка мне 2 кофейка, пожалуйста. Оу, oh, yeah. Ох, обожаю эту тему. Берешь такой. Опять открываем вчерашний влог. Спасибо большое, что смотрите. Сейчас буду комментарии сразу смотреть. Пум. Потому что я всегда где-то на ролике минут 10-15 сижу. Смотрю, как он идет, как открылся, есть ли какие-то косяки и так далее. Все. Ролик открыт. Добро пожаловать. А ну-ка, прошла минуточка, посмотрим, что там открылся. О, уже 20 лайков, спасибо вам большое. Кстати, у YouTube опять просмотры что-то начали тупить. Раньше, помните, всегда зависало, сколько там было-то? 100 с чем-то? Или 309, что ли? Помните, что-то 309 было просмотров. Сейчас все начало зависать на 40 или на 50. То есть в реальном времени ты сможешь там уже посмотрел свой влог 100, 200, 400, 1000 раз. А на YouTube почему-то висит цифра там 40 или 50. Понятное дело, оно, что всегда задержка идет, но все равно есть какая-то цифра. О, красота, благодать. Давай отметим. Привет, Илья. Опа, 50 секунд, и я тут. Спасибо большое. Зверел супер, спасибо. Я первый, но я знаю, где твоя дача. О, давай отметим. Правильно сделал. Спасибо. О, не продавай, отдавай, да. Шо, пацаны, 58 секунд. Я первый. Привет. Ладно, все, всех отметил. Красавчики, спасибо. Мне, кстати, однажды кто-то сказал, что Илья, зачем ты записываешь, ну, настолько камеры и с разной аудиодорожкой, это потом сложно сводить. Не, чуваки, ну вот смотрите, к примеру, Adobe Premiere Pro. Выделяем просто все. Берем вот здесь вот, синхронизовать. И выделяем аудиодорожку один. Все, больше ничего делать не надо. Сейчас дойдет до конца, и все дорожки встанут как нужно. То есть одна под другую. И во, все, вуаля, все сведено. То есть не надо самому ничего тыкать, только 2 клавиши нажать. Все, теперь только разрезать нужно. Мы тут уже вовсю готовимся к путешествию по Европе. Я думаю, может, с собой как раз свой ноут возьму, самый маленький. Потому что, блин, вообще офигенная штука. Напомню, стоит, конечно, до хрена. У меня
прислали. Стоит 30-ку. Но при этом это офигенный Windows ноутбук. То есть, вот смотрите, вот размер моей руки. И вот он такой ноутбучик. Включается здесь. Дальше у нас один USB разъем. Но его можно расширить. Притом, кстати, 3.0. Наушники, Type-C, он заряжается, это круто. И выход еще на монитор есть. То есть вообще без проблем, полноценный компьютер получается. Мне очень нравится вот эта вот тема управления мышкой. Это очень комфортно. Но это прям сделано в лучших традициях. Он очень отзывчивый, вот этот стик, и это потрясающе. Единственное, здесь нету русской раскладки клавиатуры, но меня это не смущает, я просто знаю, что где находится, так что по привычке. Так-то можно гравировку, наверное, сделать. Хотя, блин, не факт, что ее делают, потому что они же как-то забивают по модели ноутбука. Наверное, когда гравировку делают, то есть... А таких маленьких ноутбуков они могут и не... Ну, может, и не видели. Нет, тут даже Steam стоит и есть Doom 2. Ну, в принципе, из игрушек там еще Age of Empires тянет. Ну, как бы, со мной на игры не рассчитан, но, к примеру, какой-то простенький монтаж в Adobe Premiere можно спокойно сделать. У меня тут Adobe Premiere стоит. То есть какой-нибудь поехал на таком ноуте, прям хоп-хоп, накидал, отрендерил, загрузил, и все. Че, полноценный Windows? Просто совершенство технологий. Ну просто смотрите, он помещается в карман. Это даже иной раз меньше, чем какой-то телефон. Ну, вот, например, там этот Max Pro M1. О, смотрите. Телефон мобильный и ноутбук. Практически одно и то же. Помните, раньше Sony такие были ноутбуки, они еще немножко повытянуты были. И что-то, конечно, не заимели особого, ну, особой популярности. Хотя такая тоже штука, она очень нишевая, ни у кого не видел. И, блин, 30-ку, конечно, не все готовы отдавать, это просто реально портативность. Мне очень понравилось еще, как я вот наклеечку с AliExpress наклеил именно Хайзенберга. Это вышло круто. Смотри, как красиво смотрится, такой открываешь. У меня тут Хайзенберг. Сегодня играет у нас Хорватия с Англией. Наверное, буду болеть за Хорватию, потому что там Ракитич, все-таки там Лука Модрич, как-то ближе, конечно, испанский футбол. В английской команде по чесноку вообще я только Стерлинга знаю, больше никого не знаю. Раньше знал, сейчас нет. Ну, вот так вот. Просто неинтересно болеть, не знаю никого. О, сегодня буду смотреть футбол и попивать винцо сухое, красное. Это, кстати, крымское. Да-да, 400 рублей стоит бутылочка. Тебе не хухры-мухры. Высокое вино. Ребят, пейте все с умом, а лучше, конечно, вообще не пейте. Угу. Сегодня решили пошиковать и нифига не готовить вечером. Мне тут осталась пицца из чиханы. Кстати, не в первый раз уже беру, там это обычная маргарита стоит... Блин, недешево, 300, по-моему, 80 рублей, но маргарита отличная, она сейчас, конечно, уже остыла, но выглядит пицца офигенно, вот она тоненькая и прямо вкусная, и дают в подарок какой-то соус такой непонятный, зеленый, я его никогда не ем, а пиццу могу рекомендовать. Хочу вам сказать спасибо, что досмотрели этот влог до конца. Спасибо, ребята, большое. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну и комментируйте все, что вы думаете, вот там вот внизу в описании. Давайте, до новых встреч. Завтра влог тоже буду записывать. Пока!